Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед вами устройство Sony Xperia XZ2. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сбросить настройки сети. Итак, открываем приложение «Настройки». Затем спускаемся в самый низ и выбираем предпоследний пункт. После чего нажимаем «Дополнительно», нажимаем «Сбрось настроек» и нажимаем «Сброс», «Сбросить сетевые настройки». Нажимаем «Сбросить настройки». Вписываем пароль от телефона и нажимаем «Далее». Нажимаем «Да». И все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.